Меня зовут Андрей. Рожден я в России, на Дальнем Востоке. Вот так получилось, что попал сюда. У меня родители, одна часть здесь, другая часть в Хабаровском крае. Вот, проект у меня фестивальный, музыкальный. Он направлен на то, чтобы собрать тех людей, которые внутри себя испытывают потенциал счастья или добра, и они готовы поделиться этим с другими, они готовы каким-то образом помочь людям, которые еще не знают, каким образом можно среди нашего общества быть в нормальном, так сказать, расположении духа.